освещенным до ночлега. Будь здоров. Стекло в дождинках, словно в каплях пота. Один чудак сказал про шоферов. Им что, у них сидячая работа? Да ладно, ну подумаешь, сказал. Есть люди, обо всем по слухам судят. И все же я его с собой бы взял в обычный рейс, хотя б на 10 суток. Пусть этот балаболка и профан почувствует нутром дыхание зной, и заболят глаза от встречных фар, и сердце вздрогнет, и спина заноет. Пусть побуксует, ежели не трус, в осенней глине чавкающий жирно. Ему тогда покажется, что груз он тащит лично, сам, а не машина. Пусть он в горах почует гололед, когда дорога вверх ползет упрямо. Прочтет табличку там, где поворот. Володя Чумаков поехал прямо. А дальше год и месяц и число, и тишина, и ночь в натрапах звезд. Собрату моему не повезло, он за рулем уснул, проснулся поздно. Я еду и смотрю свое кино, бегущую навстречу мне дорогу. Но что бы ни случилось, все равно в конечный пункт я прибываю к сроку. Чуть отдохну и снова в путь пора. Мы водим больше грузы не для спорта, а в остальном все так, мы шофера. Нам что, у нас сидячая работа.